Торжественное мероприятие прошло в городском дворце культуры. Уже в холле гостей встречал оркестр. Каждый смог оставить свои пожелания и в книге памятных событий. Филиал УАО «Кубанинерго» Армавирские электрические сети обслуживают территорию общей площадью порядка 10 тысяч квадратных километров. С численностью населения более 600 тысяч человек. В юбилей прозвучали сотни пожеланий от тех, кто работает в отрасли, и гостей. Разрешите мне зачитать от главы города приветственный адрес. В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных учреждений, школ, больниц, тепло и уют любого дома. Сегодня на предприятии трудятся порядка 700 человек. Это настоящие профессионалы, благодаря которым жители нескольких районов бесперебойно получают электроэнергию. Сотрудники армавирских электрических сетей работали на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Лучшие отмечены благодарностями Министерства энергетики страны, грамотами краевого ведомства и администрации городов. 50 лет армавирские электрические сети встречают достойно. Все, что создано в Армавирском энергорайоне, это создано персоналом армавирских электрических сетей. На нас возлагается еще более сложный вопрос – это дальнейшего развития. Темпы развития возрастают, соответственно, мы должны вырастать. Кубанинерго – особое отношение к ветеранам отрасли. Это те люди, которые стояли у истоков предприятия, работали в непростые послевоенные годы. Их бесценный опыт и энергия молодых сотрудников позволяют компании двигаться вперед. Те, кто проработал в армавирских электрических сетях десятилетия, со сцены желали коллегам безаварийной эксплуатации и процветания. В настоящее время идет разговор о том, что необходимо увеличить мощность подстанции 220 кВт в Шестибриевская и подать напряжение нашему братскому Крыму. Ну и как директор сказал, мы справились с Олимпиадой, справимся и с этой задачей. Так вот желаю вам, чтобы вы эту задачу вместе со всеми энергетиками России выполнили успешно. Поздравили юбиляров и главы городов. Армавирские электрические сети обслуживают Новокубанский, Успенский, Отрадненский, Гулькевичский и Кавказский районы. В жизни предприятия это не просто 50 лет, это 50 лет напряженного труда. Я хочу пожелать, конечно же, вам как можно больше инвестиций, потому что сегодня еще очень много нужно сделать в развитии энергетики на территории всего вашего филиала, ну и, конечно же, Гулькевичского района. Я хочу пожелать вам, чтобы как можно больше добросовестных у вас было плательщиков. В ходе торжественного мероприятия прозвучало несколько десятков приветственных адресов от партнеров предприятия. Подарком для всех энергетиков в честь юбилея стала большая концертная программа, подготовленная лучшими творческими коллективами Армавира. Ирина Рухлядко, Евгений Холманских. Служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».